Друзья, всем привет! С вами Станислав Посланчик. Отличный летний день, шикарная погода, и я снова на рыбалке. На рыбалке самое главное – это подсак. И рыбу вытащить крупную поможет, и если что-то укатилось в воду, выловить. Сегодня я буду ловить леща. Вот так я смело заявляю, я буду ловить леща. Ну, я его, конечно, буду ловить, но в этом процессе есть и другой участник, сам лещ, который живет в реке, но с ним я пока еще не договаривался, не созванивался, поэтому что из этого получится, посмотрим. Как настоящий оптимист, сразу разложу большой садок. Планирую поймать много рыбы. На самом деле, конечно, это в первую очередь спортивная привычка, потому что когда начнешь ловлю, потом скакать, доставать, все это раскладывать, уже будет лень и не захочется. На рыбалку приехал пораньше, потому что середина лета, сильная жара, за 30 достаточно серьезно, уже несколько дней, вода прогрелась, и рыбалка в стоячих водоемах совсем умерла. То есть вот водохранилища, озера, пруды, там вода прогрелась до уже там почти 30 градусов, и рыба вот в таких условиях очень неактивно кормится. Я это связываю в первую очередь с дефицитом кислорода, потому что в теплой воде кислород растворяется гораздо хуже, плюс возникает термоклин, то есть сверху очень теплая прогретая вода, снизу вода холоднее, и вот эта граница, она достаточно четкая, вода не перемешивается, то есть сверху вода очень теплая, в которой кислород плохо растворяется, а снизу вода холодная, в которую свежий кислород вообще не поступает. И в таких условиях такой, конечно, не глухозимье, но рыбе не очень хорошо. Вот. Поэтому я в такую жару стараюсь рыбачить на водоемах с течением. Это река или канал. В данном случае это канал имени Москвы. Водоем с течением. Тут активное судоходство, хорошие глубины. Вода все время перемешивается. Все время поступает кислород, нет такого капитального прогрева воды, здесь вода все-таки попрохладнее немножко, чем в прудах, озерах. Вот. И я надеюсь, что рыба здесь активно кормится. По моему заключению, должно быть именно так. Ловить буду сегодня на фидер. В фидерной рыбалке основное – это промер и поиск перспективного участка. Естественно, маркерный груз. Заброс, протаскивание, все как обычно. Канал, он искусственного происхождения, копанный, и в нем очень четкий рельеф, очень ярко выраженные такие ступеньки. Вот. Самое главное не ошибиться и ловить на той ступеньке, где рыбе сегодня будет комфортно. Как это определить, я не знаю, это происходит методом тыка. Вот. По опыту самая крупная рыба ловится на нижней ступеньке, то есть уже в самой в канаве, в русле, перед подъемом. Вот я здесь померил, это где-то 50-52 метра. Так, по оборотам. Но пока река сейчас тихая, видно хорошо, как по спокойной воде поднимаются какие-то пузыри, есть какое-то волнение. На дистанции где-то 30, может быть, 30 с небольшим метров. И это вот на протяжении всего участка реки. Померил тут и нашел там тоже полочку. Тоже по ощущениям 30 с небольшим метров. И полочка эта тоже ярко выраженная, то есть грузик легко тянется и упирается в подъем. Сейчас надо это засечь на кольях и запомнить дистанцию эту. Груз плавно едет и упирается в подъем. Удочка параллельно берегу под 90 градусов относительно заброса. Это вот примерно, то есть в этом положении груз лежит у самого подъема, на границе прям. Кормушка будет падать чуть-чуть по-другому, надо немножко отступить от бровки, поэтому вот эти вот 3 метра, которые я удочкой забираю леску, я их специально оставляю, допуск такой на то, чтобы ловить четко внизу,
с запасом, с небольшим, там, в метров полтора. То есть, когда я буду кидать кормушку, кормушка будет падать где-то в полутора метрах от вот этого места, где сейчас находится грузик. Потому что будет выбираться слабина лески, и все-таки кормушка с грузиком, они тонут немножко по-разному. Поэтому вот запас надо оставлять. Бровки на канале всегда достаточно агрессивные, там или камни, или ракушки, потому что постоянно ходят корабли, промывают весь ил, всю глину, и остается такое твердое абразивное дно, которое еще и ракушкой порастает. Вот пока промерялся, потерял два груза, это вполне нормально на канале, поэтому рыбачить буду с толстым шок-лидером, 0,26 леска, поставлю небольшой отводик под кормушку, чтобы леску приподнимать немножко от дна, и тем самым она будет меньше травмироваться, дольше проживет монтаж, меньше отстрелов, меньше потерь кормушек. Дальше стопор-бусинка. И дальше сделаю скрутку. Сейчас фидергам не буду ставить, на самом деле лень. Если вдруг рыба будет очень капризная и придется ставить совсем тоненькие поводки, ну тогда придется отрезать скрутку и поставить фидергам. Ну, пока порыбачим так. Оно и ощущения будут острее от вываживания. Ну и в целом так гораздо проще. Монтаж готов. Начну рыбалку с тяжелой кормушки. 55 грамм, дюза. Во-первых, у нее большая кормовая емкость. Смогу сразу хорошо закормить рыбу. И, во-вторых, она очень быстро тонет. На канале это важно, потому что течение от нулевого до достаточно сильного, когда там, 70-80 грамм подволакивать может. А когда проходит груженная баржа, там килограмма унесет. То есть вообще ничего не стоит. Соответственно, точка размазывается, и чем кормушка быстрее тонет, чем она быстрее падает на дно, тем меньше этот разброс получается. Соответственно, более кучно прикармливаем, лучше концентрируется рыба, выше конкуренция, быстрее поклевки. Так как собирался ловить леща и знал, что поеду на канал, прикормку приготовил с вечера, взял лещевую смесь, сильно ее увлажнил, добавил немножко сиропа, и она получилась такая прям тяжелая, мокрая, липкая, очень инертная. Для канала именно такая прикормка и нужна. Она будет чуть хуже, чуть медленнее собирать и привлекать рыбу, но зато она ее будет удерживать на дне. А это намного важнее, потому что есть течение, рыба так или иначе все равно почувствует прикормку, все равно придет. Просто вопрос, сколько на это понадобится времени и с какого расстояния я ее смогу собрать. Но самое главное ее удержать на точке. Вот для этого нужна такая липкая, мокрая, тяжелая прикормка. Насыпаем оперативный запас и начнем рыбалку. Пропускал через сито насадочного мотыля, а это вот такой уже плохенький, который не пролез. Его добавлю на стартовый закорм. Ну, чтобы хоть какой-то мотыль был. У меня еще с прошлой рыбалки осталось немножко крупного тоже мотыля. Но он уже совсем такой невкусный, с запашком. Пока его не буду добавлять. Так, он у меня есть, но добавлять его не хочется. Так, есть. Все это перемешаю. Так, чисто символически. 20-30 грамм мотыля. Так, опарыш у меня в воде, потому что он немножечко подмок, а мокрый опарыш имеет свойство разбегаться. Поэтому я его залил водой, чтобы он у меня не убегал. Опарыша тоже добавлю совсем немножко. Прям щепоточку, но чтобы он был. Я надеюсь, что рыба там есть, что она активно кормится, и
надо ей дать таких кормовых объектов не только привлечь, но и чтобы было что покушать. Ну что? Ага, вот так всегда. Как прикармливать, так идет пароход. Придется пропустить, потому что идет четко по дистанции, и кормить сейчас вообще нет никакого смысла. Все смоет, и ну, что кормил, что не кормил. А может быть, только еще и хуже, потому что рыба почувствует прикормку, прикормку смоет, и рыба может уйти вместе с ней. Поэтому сейчас пропущу, подожду пару минут, пока вода успокоится, и начну прикармливать. Стартовый закорм без фанатизма, потому что место относительно дикое. Тут не часто народ рыбачит, и рыба не приучена к тому, что прикормка поступает ведрами, большими дозами, сразу много, поэтому кормить обильно нет никакого смысла. Сейчас 7-10 кормушечек в точку, и потом уже с поводочком, а дальше по ситуации. Посмотрю, какой темп взять, как рыба себя будет проявлять, как будет реагировать. Закинул 8 кормушек, больше не стал. Пора привязать поводок. Очень хочется уже поймать первого леща. Так. Здесь у меня крючки, которые после соревнований жалко выкидывать. Я отрываю поводок и прикалываю их в пенку. А на простой рыбалке использую. Так как сейчас самое начало рыбалки, от стартового закорма еще там есть какая-то муть, ставлю крючок легкий. Крючочек будет сода, 14 номер. Лесочку поставлю 009. Начну так легенько, деликатно, но в процессе ловли обязательно попробую более грубый, толстый крючок, который будет тяжелее, который будет лучше держать насадку на дне. В канале на леща это часто очень важно. Поводок 60 сантиметров, небольшой. Для начала насажу пару мотылей. Такая насадка-разведчик. Если рыба есть, она себя сразу покажет, а дальше уже будем пробовать смотреть. Со второго заброса первая рыбешка. Пока не понял, кто не подлещик. Или плотвичка, или окунек. Окунек. Так. Дробастером сопротивляется. Ну да. Опа. О, хорошенький. О, какой. С форелевой окраской. Ну, все как у нас в Москве. Первые забросы делаю в высоком темпе, около 2 минут. Сейчас насадочку сделаю уже бутерброд. К двум мотыликам добавлю опарыша, чтобы насадка была более заметная и рыба ее быстрее находила. Появились какие-то поклевочки. А, понятно, грызуны пришли. Ну, в общем, тоже рыба, хоть и не целевая. Но наличие окуня на точке говорит о том, что другой рыбы там пока нет. Поэтому продолжаю кормить. Надо же как-то позвать лещей, из которых я собираюсь ловить.
два часа рыбачу, поймал несколько маленьких окуньков. Уже от отчаяния стал подрезать кукурузу в прикормку. Что она дает муть и очень характерный запах, который рыбе нравится. Вот сейчас получил поклевку. Не засек я рыбу, но поводок пришел с такой хорошей соплей. Значит, рыбка все-таки пришла, она есть, буду ее добиваться. От безысходности разложил короткий пикерочек, сразу за кувшинками половить. Поймал окунечка, а вот второй рыбой. Хороший лещ. Опа. Вот тебе и теория, что она должна, рыба, быть на глубине, там, где все у нее хорошо, где спокойно, где она кормится. А она здесь вон по кувшинкам лазит. Хороший лещ. Отлично. Так, в КПЗ. Ох, какой он сопливый. Вот еще одна поклевка, которую удалось подцепить. Похоже, что еще один лещ. Очень тяжело идет. Да, так и есть. Вот он, кто сопли оставляет. О, красавец. Жизнь налаживается. Вот сейчас кормушка стояла почти 3 минуты и пришла еще с остатками корма вместе с рыбой. Стал добавлять немножко резаного опарыша и резаную кукурузу. Прикормка и так была липкая, мокрая, а стала вообще похожа на пластилин. И, видимо, вот это лещу нравится, когда она такая почти жидкая. Ну, каждый день новая рыбалка. Каждая рыбалка — это как новая книга. Еще одна поклевка осталась. Довести рыбу через кувшинки до сачка. Всплывает. У, хороший. Этот уже желтый. Корабль идет, как назло. Создает дополнительное течение. А рыба здесь ученая, пользуется этим. Опа! Ух! Ух, хорош! Ну, этот уже килишник. Какой красавец. Что-то еще тяжелое. Эх, застрял в траве. Ага. Окунище. Первые рывки у него были, конечно, очень мощные. Я уже обрадовался. Думал, еще один толстый лещ. Но за эмоциями едем на рыбалку. Успел обрадоваться, как будто леща поймал. Неожиданная поклевка случилась сразу после заброса. Видимо, ух. Подошла рыба, и вот в очередной раз работает спортивный принцип. Поводок 008, маленький легкий крючочек. Ну что ты? А рыбка здесь на течение очень сильная. И самое главное, на подходе здесь уже трава поднялась. Большой риск
потерять рыбу. Каждое вываживание на нервах. Слышу, сердце бьется. Переволновался подлещик. Я сам переволновался. Но мы потом его сфотографируем в конце. Обязательно выпустим. Не волнуйся. Резанный опарыш. Вмешиваем в прикормку, чтобы не уплыл кусочек резаной кукурузы сверху. И вот такой сэндвич забиваем. Прям мокрая-мокрая прикормка. Ждем-с. Вот еще одна поклевка. Опять рыба застревает. Окуньки давят сильно, идут по дну и всю траву собирают. И до последнего непонятно, кто на крючке. Но я каждой рыбешке рад по такой рыбалке трудовой. Вот и на дальнюю кто-то клюнул. Из глубины. Хотя глубина сегодня почти мертвая. Очень это странно. Рыба ловится в основном вот здесь, около кувшинок. А в глубине очень вяленько. О, еще один лещ. Какие-то они нереально сопливые. Видимо, из-за того, что очень теплая вода, много всякой живности в воде, паразитов, и как защитная реакция обилие слизи. Прям очень много. Так. Кто? О, какой всплывает. С желтым боком. Вот. Идеальное вываживание. Медленно-медленно подвести рыбу к поверхности и подхватить под саком, не давая ей бултыхаться, кувыркаться. Тяжелый такой. Вроде небольшой, грамм 600. Или уже просто глазомер сбился с братеевскими гигантскими лещами. Ну-ка. Вот такой сопливчик. Ловля получается сегодня такая немногорыбная, но очень интересная. Каждую рыбу прям приходится добиться, договориться. И от этого поимки становятся еще приятнее. Очень осторожно клюет. Прям мега. Я в этом сезоне так еще не ловил настолько осторожную рыбу. После каждого проходящего корабля рыбу сдувает, я так полагаю, вместе с прикормкой. Сейчас полчаса не было кораблей, рыбка вернулась, но солнышко уже высоко жарит. Я думаю, что это будет гол престижа на сегодня. Очень тяжело уже тут, в этой микроволновке. Такой гол. Ну, раз сказал гол престижа, значит гол престижа. Пусть и полосатый. Так, ну что, рыбачил сегодня на две снасти. Основную ставил Optima EVO Pro 3.9 с тестом 120+. Такую удочку я себе приобрел для сложных условий, там, ловли на течении, ловли с огромными кормушками. Такая должна быть в арсенале мощная удочка для ловли там какой-то крупной рыбы, для экстремальных таких дел. Катушка. Такой комплект относительно бюджетный получился. Катушка Шот, 5000-ная, первая у нее рыбалка. Катушка я на самом деле очень
доволен, даже больше того скажу, удивлен. Отличный ход, очень тихо работает, ровненько мотает. И придраться-то не к чему. Вроде душа просит что-то красивого, но тут всего хватает. Поэтому эту катушку я после отпуска на Дону переоборудую. И будет она у меня в спортивном комплекте однозначно. Реально понравилось. Намотал плетенку. Плетенку выбрал тоненькую. 0,4. Ну, написано 0,11 миллиметра, но это такие вот применения миллиметров к плетенке. Это очень абстрактно. Ну, суть в том, что взял тоненькую плетенку. И есть у меня такая железка 0,14 на шок-лидер. Но в данном случае поставил шок-лидер из монолески, потому что бровки кусачие, агрессивные. И при промере, как уже говорил, потерял несколько грузиков. Поэтому ловил шок-лидером и все отлично, ничего не отстрелил, не оторвал. Все здорово, замечательно. Кормушки использовал тяжелые. Глубина здесь 4,5-5 метров. Кормушки использовал 50-55 грамм, чтобы она быстро тонула, потому что мало того, что течение нестабильное, оно то вообще останавливается, то слабенькое, то сильнее, и кормушка падает в разных местах. А бывает вообще обратное течение включается, и сильный разброс получается. Поэтому очень важно, чтобы кормушка быстро тонула. Поводочки сегодня в почете тоненькие, 0,08 и 0,09. Но на 0,08 заметно лучше. Крючочек сода. 14 номер, 16 номер, прям все очень деликатненько. Из насадок 2 либо 3 мотылика. С опарышем ни одной рыбы сегодня не поймал на бутерброд. Прикормку делал, мало того, что я с вечера замесил, она прям была такая убитая-убитая. И вот еще резанной кукурузой и резанным опарышем довел ее до состояния, что она вот прям превратилась в такие... детскую неожиданность, можно сказать. Но именно вот такой вариант сегодня лещу был по вкусу. Для меня это немножко дико, потому что в моем понимании прикормка должна работать, она должна рассыпаться, а это то, что получилось, оно лежит на дне, не рассыпается, очень инертное, но, видимо, с вот этим переменным течением такой корм более выгодно для того, чтобы акцентировать рыбу на точке. Второй комплект у меня такой запасной для отскока. Он у меня и на соревнованиях, и всегда в чехольчике есть. Это Пикер Pro Sport 3.30, катушечка Фидермастер 4000, лесочка здесь Монка 0.25. Я эту удочку использую на коротких дистанциях, поэтому плетенка здесь вообще не нужна. Ну, по поводкам все то же самое. Тоненькие поводки, маленькие крючки, насадка. Из интересного сегодняшней рыбалки, обычно в канале рыба как бы калибруется с погружением. То есть на ближней бровке клюет там всякая маленькая рыба, на средней бровке клюет средняя рыба, и на дальней бровке клюют уже толстые лещи. Сегодня все не по канонам. Рыбалка такая, вопреки, я бы сказал. На дальней дистанции я не увидел ни одной поклевки. На средней дистанции вот 34 метра она была сегодня. Было несколько поклевок, поймал оттуда 3 подлещика небольших и несколько окуней. На ближней дистанции она где-то 17, может быть 18 метров получилась. Вот всю основную рыбу поймал. И большие лещи, вот, и окуньки потолще тут клевали. Удивительно, что ни одной густеры, ни одной плотвы не поймал, хотя делал поводки очень длинные, пробовал и опарыша, и в прикормку добавлять, и на крючок насаживать. Нет, просто вот только мелкий окунь и лещи сейчас вот в данном месте, в данной локации. Очень странно, потому что, ну, канал это, в принципе, место, где мелочи достаточно много, вот благодаря вот этой прибрежной растительности и так далее. Ну, все не так, как я привык, все не так, как я думал. Но, тем не менее, рыбалка удалась, свою рыбу поймал. О! О, ну, наплакал, наныл. По чуть-чуть, ну.
Наловил. Ну что, друзья, неплохой улов в такую жару, когда рыба вообще очень плохо ловится. Я вот имел дерзость так с утра нагло заявить, я приехал поймать лещей. Они, конечно, подобиделись сначала, но потом на нытье потихонечку нацедил. Сколько штук? 6 у меня получилось или 7? Один вот вообще хороший такой. Такой кило плюс, прям отличный. Отличная рыба, отличная рыбалка. Друзья, ловите рыбу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вопросы задавайте в комментариях. Для вас рыбачил Станислав Посланчик. До новых встреч!